Всем привет, я нахожусь в шоколаднице, приехал сегодня из Москвы в Питер. И мне сразу понравилось, как-то почувствовал атмосферу классную. Причем я вспотел в поезде Сапсан, такой классный поезд, но вспотел. Сюда приехал, тут прохлада такая, знаете. Питер – город-музей, который принял меня. С одной стороны, я был приятно шокирован, значит, бежали люди. Ну, как я и рассказывал в прошлом видео, «Белые ночи», марафон за здоровый образ жизни. Прикольно, вообще, молодцы. Сейчас я нахожусь, кстати, только что я посмотрел фильм «Иллюзия обмана». Там парень, который сыграл Марка Цукерберга в фильме про Facebook. Очень прикольный фильм, знаете, мне кажется, будет продолжение. И после этого пошел на встречу со своей родственницей, но она приедет минут через 40. И походу я решил зайти и покушать мороженое в шоколаднице. Меня тут классно сразу как-то обслужили. Один парень-официант улыбнулся так просто, знаете, вот, ну, как бы ради улыбки этого официанта можно сюда просто вот приходить, чтобы получать порцию позитива. Мне очень нравится дизайн здесь, в шоколаднице. К сожалению, я не могу снимать, ну, так много, да, потому что там люди везде сидят, и это может нарушить их, как бы, частное пространство. Но Питер всегда, Невский, отличался такими приятными вот такими кафешками, заведениями. Ради этого вот я, знаете, какое-то настроение всегда ловлю, когда бываю здесь, вот в Питере. Так, сейчас у нас почти половина третьего, половина четвертого, половина пятого. Через 2.5 часа будет встреча с моими радиослушателями рядом с метро, станция «Парк Победы». Только что один мне, мой слушатель, позвонил, старый закадычный друг по эфиру, можно сказать, и вся его семья слушает, я им иногда помогаю, как психолог. У меня отличное настроение. Единственное, о чем я сожалею, нет рядом жены и детей, которых я бы покормил вот этим вкусным мороженым. Ну а так все путем, все классно. Мне очень нравится, кстати, музыка, какая играет. Хорошо. Прямо вот, прямо то, что надо. Сейчас я переписываюсь вот с одной моей знакомой. Это Ольга Быкова, кстати. Смотрите. Значит, Ольга является доктором философских наук. Вот она. Мы с ней переписываемся в Фейсбуке. И очень скоро мы с ней начнем взаимодействовать в моем ток-шоу. Она будет как эксперт минут на 10-15 выходить в эфир. Она активно занимается психологией. Очень активно. Ну что, ребят, на этом я пока закончу свою видеотрансляцию. Заходите в шоколадницу на Невском проспекте. Правда, я вот адрес не помню. Ребята, ребят, скажите, какой у вас адрес? Невский 72. Невский 72, да? 72. Невский 72. Заходите, кушайте и вообще ловите настроение. Здесь вам его создадут точно. Я камеру не показываю на тех ребят, которые классно все здесь делают, но в следующий раз, может быть, они позволят мне провести отсюда ток-шоу. Всем пока, до свидания.